этой программы мы хотим поставить жирную точку в праздновании 33-летия Славутического телевидения. Потому что мы сегодня расскажем вам о главном гран-при, завоеванном Славутическим телевидением. Вот этот замечательный кубок – это главный приз на фестивале «Украина Едина» в Одессе. Но прелесть заключается в том, что этот кубок посвящен сюжету, который вот сейчас вот с высоты 19 лет я понимаю, что если бы не сняли мы, его бы не снял никто и никогда. Это сюжет о закрытии Чернобыльской атомной станции. И еще специфика, важность и оценка его очень высока, как в народе, так и у телеакадемиков. Сначала я покажу вам письмо, которое мы получили от цеха централизованного ремонта Чернобыльской атомной станции. Оно висит среди самых почетных грамот. Есть у нас такая стенка, где самые высокие награды у нас расположены. И вот это письмо, оно очень важно, оно очень трогательно. Я зачитаю фрагмент из него. В отличие от массы центральных телеканалов, вы были максимально правдивы и точны, в меру сентиментальны и сдержаны. Ваше небезразличное отношение к происходящему не было навязчивым или кричащим. Вы нашли в себе силы и в такой нелегкой обстановке выпустили высокохудожественный материал, нашедший свое благодарное отражение в душах работников станции и всех славутчан. Письмо подписано начальником цеха централизованного ремонта Куценко и председателем правкома Лавриченко. Эта грамота у нас на почетном месте. Ну а кроме того, этот сюжет получил еще высокую оценку и телеакадемиков. Вот сейчас вы видите сюжет, а потом сам спецрепортаж, где высокую оценку дает ему председатель жюри международного конкурса, телеакадемик Иван Гаврилович Мащенко. Итак, несколько минут о главном гран-при Славутического телевидения. В этом году в состав членов жюри вошли достаточно известные мастеровые люди, а возглавляет его телеакадемик. Телеакадемик украинского телевидения Мащенко Иван Гаврилович. Вот в этом прекрасном месте мы назначили ему свидание. Я надеюсь, что он на него придет. Иван Гаврилович Мащенко, председатель жюри всеукраинского конкурса «Украина единая», секретарь правления Национального союза кинематографистов Украины, академик телевизионной академии Украины, автор 6 документальных и научно-популярных фильмов, автор 8 брошюр и более 300 публикаций в журналах и сборниках, советник председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, член жюри многочисленных телефестивалей и конкурсов. Ну да, ви скромна людина, ви не спитали про свою програму. Це мені дуже інтересно буде. Да. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми дивилися всі програми незалежно. Я в Києві дивився ще за 2 тижні до фестивалю, до початку. Інші дивилися. Але на диво, і дуже приємне диво, ми от в рішенні по цій номінації зійшлися однозначно, що перше місце присвятили у подієвих програмах репортажу про закриття Чорнобильської АЕС. Я, звісно, дивився цю подію в прямому ефірі українського телебачення, але вона була висвітлена з точки зору залу Палацу культури Україна. А у вас там, до речі, телеміст був. Так от, друга частина телемосту, і особливо те, що за кулісами, і те, що ви показали, що не показували на великому екрані всеукраїнському сльози, ті, хто, так сказати, свою станцію хоронили, закривали і так далі, це незабутні враження. Оце те, що, якщо хочете, плюралістична журналістика, що крім важливості всієї тієї да, проблематики і так далі, на весь світ, Європа, а ще є люди, які стояли і стоять за цим, і для яких це доля, і невідомо, як вона повернеться. І от за те, що ви зробили чесно, мужню, так сказати, передачу, я думаю, що і от оце визнання у всякому випадку від нашого журі, так сказати, яке висловилося, виразилося у присвоєнні, ну,
переможного цього символу, знаку чорноморської чайки як головного приза. Эта неделя была насыщена громадным количеством событий. И, пожалуй, уже никогда на Чернобыльской атомной станции не будет одновременно президента страны и трех премьер-министров Украины, России и Беларуси. И все это посвящено одному событию – выполнению указа президента о закрытии Чернобыльской атомной станции. 15 декабря на станции было не очень много телекомпаний. Большинство после визита президента на ЧС отправились в Киев на концерт. А специально для тех, кто остался и продолжил работать на Чернобыльской атомной, в 10:30 прошла небольшая пресс-конференция. Сейчас не приходится говорить об оптимальности решения, поскольку у нас есть только одно решение. Теперь отключить третий блок Чернобыльской АЭС и работать над введением компенсирующих мощностей потом. Значит, 2003 и 2004 год, соответственно, Хмельницкая и Ровенская станция. Станция родилась, прожила, и ее надо закрыть и проводить, так сказать, с почестями, что ли. К 12 часам дня на блочном щите управления третьего энергоблока собралось руководство ЧС в полном составе и профсоюзные лидеры. Когда 25 лет назад я сюда приехал, я не думал, что вот будет так, что когда-то придется участвовать или быть свидетелем этого события. Мы должны сделать все, чтобы этот коллектив, эти люди, после того, как остановятся блоки, не почувствовали себя, что они уже стали ненужны, чтобы они остались в единой семье атомщиков. С одной стороны, ощущение того, что мы вроде бы не остаемся один на один, с нашими проблемами. Да, обещание. Но почему мы требовали все время, чтобы это было законодательно утверждено? Все эти события, которые развиваются в Украине, они не дают нам ощущения какой-то действительно стабильности. Хотя, конечно, мы никогда не согласимся с тем, что наша станция закрывается по другим причинам, кроме политических. Прошу генерального директора ЧАЭС доповести про готовність остаточної зупинки третього енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Енергоблок номер 3 Чорнобильської АЕС к окончательному останову готов. На виконання рішення України і міжнародних зобов'язань нашої держави наказую розпочати роботи по остаточному виведенню з експлуатації третього блоку Чорнобильської атомної станції. Начальник зміни лічища, произвести окончательный останов енергоблока номер 3 Чорнобильської АЕС в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями. Вас понял. Произвести окончательную останову третьего блока Чернобыльской АЭС в соответствии с технологическим регламентом и эксплуатационными инструкциями. Правильно. Выполняйте. Принято. Внимание, блочный щит. Вюрбаштовой. Заглушить реактор ключом АЗ-5. Команду понял. Заглушить реактор ключом аварийной защиты 5. Выполняйте. Понял. Приступаю. Внимание на блочном. Приступаю к заглушению реактора ключом аварийной защиты 5. Есть режим АЗ-5. Все стержни идут в зону. Thank you.
почувствовал опустошенность. Просто вот такое было ощущение, что вот не хотелось нажимать на эту кнопку, но под тяжестью обстоятельств все-таки пришлось это сделать. Мне как будто вокруг ничего не существовало. Это был тот приказ, который, точно не хотел отдавать Виталий Константинович. И я не хотел его исполнять в глубине души. Ну, от этого ничего не изменилось, только было хуже, лишний шум и так далее. Не очень больно. Больно за тех ребят, которые положили жизни, которые резко изменили свою судьбу. И оказалось, возможно, что это сделали они напрасно. Ну, тем не менее, жизнь не заканчивается. Мы должны одним коллективом, город, станция, бороться за эту жизнь, за хорошую жизнь, для себя и для наших. Вот такой сюжет. Мы его сократили немножко, но, откровенно говоря, фактически сокращать там было нечего. Все абсолютно точно. Во время подготовки проекта «Светлое прошлое» к 30-летию нашей телекомпании мы нашли еще несколько интересных программ, и вы их обязательно увидите по пятницам и воскресеньям до конца года. Так что вы еще будете в проекте «Светлое прошлое». Ну а сейчас несколько поздравлений от бывших работников славутских телекомпаний, которые не оставили доброе дело телевидения и продолжают работать в Киеве на различных телеканалах. Чудеса техники позволяют с ними связаться, и сейчас вы услышите поздравления и немножко воспоминаний от Юрия Губы, нашего оператора, а ныне оператор ТРК Украины и телеканала «Футбол». Телевидение Славутич для меня альма-матер. Вся база, которую я использую сейчас, работая на телевидении, а на телевидении я работаю больше 25 лет уже, я получил на телевидении Славутич. Я хочу поздравить славутчан и телевидение Славутич, и всех, кто связан с этой прекрасной компанией, с днем рождения. 30 лет – это много. Много было выпито, много было пройдено пути, проезжено. С днем рождения! Спасибо, Юра. И еще один оператор, Алексей Клюка. Он буквально на днях вернулся из Парижа, где снимал сюжет о визите президента Украины на известный саммит, о котором сейчас все говорят. Он работает у Шустера на проекте «Свобода слова». И слово Алексею Клюке. Телеканал «Славутич». Поздравляем вас с юбилеем. Правда, Алексей? Да, с 30-летием. Прекрасная дата. И у меня к вам особая благодарность. Это не поздравление, а благодарность. Этот человек у нас ключевой. Спасибо. Спасибо, ТРК Славутич, за то, что вы сделали из нас, из меня, нужного человека вот здесь. Именно, из вас. Да, из меня, нужного человека. Спасибо, Саня. С днем рождения еще раз. Далее своими воспоминаниями поделится диджей дискотеки «Эдисон 2», журналист телекомпании «Славутич» Игорь Чичканин, ныне практически продюсер 24-го канала. С Александром Демидовым познакомился совершенно случайно. Я работал в «Центре культуры и энергии», а он туда приходил по самым разным своим вопросам руководителя славутичского телевидения.
и руководителя дискотеки «Эдисон-2». Так получилось, что к 96-му году Дворец культуры и энергии как проект был закрыт тогдашним руководством Чернобыльской станции, и я, в общем-то, фактически оставался без работы. С Леной Семашкой вдвоем мы погоревали, а Демидов говорит: «Ребята, что вы горюете? Приходите ко мне». И вот так мы стали работать, несколько бывших работников Дворца культуры и энергии перешли работать на телевидение города Славутич. И с 96 года я, в общем-то, с небольшими перерывами имею отношение так или иначе к такой штуке, как телевидение, за что Александру Демидову и Славутичскому телевидению вообще, и Демидову персонально, очень благодарен. Потому что с 96 года кем только я не был на телевидении, и журналистом, и редактором, и руководителем проектов, и ведущим, новостей в прямом эфире, и ведущим разнообразных ток-шоу. Все это мне очень нравится, и нравилось, и я думаю, что будет нравиться. Потому что телевидение – это самая разная жизнь в самых разных проявлениях. Сейчас я работаю в новостях, новости сейчас в моей жизни, я сейчас информационный продюсер большого медиа холдинга под названием 24-й канал. И я думаю, что ни мои нынешние успешные работы на 24-м канале, ни предыдущие работы на 5-м канале, на телеканале Интер, на Плюсах, на СТВ, нигде бы не было бы, если бы не тот счастливый, как я понимаю теперь уже, сентябрьский день 2 сентября 96 года, когда Александр Демидов пригласил меня работать журналистом и автором музыкальных программ на телевидение города Славутич. Ну а сегодня телевидению в Славутиче исполняется уже целых 30 лет. 30 лет не такой уж малый срок. Я думаю, что многие жители города согласятся со мной, что славутическое телевидение – это явление в жизни города Славутич. С праздником! А вот с нашей главной звездочкой, которого воспитало славутическое телевидение, он начинал как бы знакомство с телевидением, Григорием Жигало, связаться очень сложно. Он постоянно то в Париже, то в Страсбурге. Сейчас попробуем еще раз связаться. Ну нет, не отвечает. Алло, алло, алло. Вітання зі столиці Європейського Союзу з Брюсселя. Мене звати Григорій Жигалов, і багато років тому мій шлях у професії розпочався на студії телебачення Славутича. Я от коли зрозумів, що Славутицькому телебаченню 30 років, мені навіть важко було для самого себе знайти правильні слова. Знаєте, от підготувати зараз якийсь складний текст про міжнародну політику мені легше, ніж описати, яку неймовірну роль наше славутицьке телебачення відігравало, і я сподіваюся, продовжує відігравати у житті славучан. Ну а скільки світлих емоцій славутицьке телебачення протягом цих 30 років виплеснуло в ефір. Деякі ефіри я досі із величезною теплотою згадую і щасливий, що був їх частиною. Сьогодні мені хочеться привітати усіх, хто причетний до цього проєкту. Хочу подякувати тим, хто створював, зберігав, інколи у надзвичайно важкі часи рятував, захищав, не давав знищити, а разом з тим розвивав славутицьке телебачення. Тут я можу зараз довго перераховувати імена, але у першу чергу хочу згадати Олександра Демідова, людину, що стала символом і хранителем славутицького телебачення протягом усіх цих 30 років. А ще телевізійним батьком цілої родини журналістів. Дав мені і десяткам моїх колег квиток у професію. Зі святом, Сенсійович, дякую вам за вашу місію. Зараз ще трохи про серйозне хочу поговорити. Телебачення ніколи не було легкою справою, а особливо сьогодні, коли кожен, хто має в руках телефон, може назвати себе журналістом. Саме у такі часи роль журналістів, професійних журналістів, принципових журналістів важлива, як ніколи. Відділяти те, що має значення, відокремлювати фейки від реальності, факти від інтерпретацій, з усією непідкупністю і принциповістю служити суспільству і громаді, і у нескінченному потоці інформації не дати загубитися. Усім, хто продовжує робити славутицьке телебачення, хочу нагадати, ви – сторожові пси демократії у нашому місті. Це важко, але почесно. Зі святом, колеги. І зі святом, глядачі, цінуйте цей неймовірний феномен, який є у нашому Славутичі. Рядом со мной должен был сидеть еще один важный гость.
человек, который 25 лет работал мэром нашего города, но нашел новое место работы, и сейчас он в Киеве, и, к сожалению, работа не позволила ему приехать на юбилей, но, тем не менее, я думаю, приятно будет услышать поздравления от почетного мэра города Славутича Владимира Петровича Удовиченка. 30 років з дня створення Славутицького телебачення, вашого телебачення, в усіх іпостасях, не буду їх розділяти, але при всьому при тому це є одне ціле. Шановний Олександр Олексійович, шановні колективи, причому колективи усіх поколінь, всіх, хто працювали з вами, але ви є стовпом телебачення. Ви маєте сьогодні величезний досвід. Ви журналіст, заслужений журналіст України. Ви маєте вихованців, які достойно несуть і ваше ім'я, і ваш авторитет, і ваш внесок, і разом з тим і Славутич. І ви пишете сьогодні літопис цього міста. 30 років, це вже 30+. І ще далі буде, але ці сторінки життя, життєдіяльності міста Славутича з урахуванням усіх проблем, з урахуванням усіх викликів, а ви це фіксували для сьогоднішнього дня, для сьогоднішніх поколінь і для завтрашнього дня. А це, я хочу вам сказати, формула успіху, а це досвід успіху, а це той дороговказ, який може допомогти майбутнім поколінням, що при будь-яких обставинах можна знайти вихід і розвиватись, і зберігати Славутич, хоча пам'ятати, що за нього треба боротись кожної години, кожного дня, і пам'ятати, що Славутич виконує унікальну державну функцію. Низький вам уклін, подяка. Олександр Олексійович, вам особисто міцного здоров'я, багатьох творчих досягнення в тому ж майбутньому, довгих років роботи на цьому поприщі, у вашій найпереконаній, найулюбленішій справі. І поряд хай буде наш Славутич. Наш Славутич завжди, щоб залишався комфортний для кожного, хто пов'язав долю із прекрасним містом. Ви робите унікальну справу, ви пишете літопис, писали, пишете і будете писати літопис славного, унікального міста Славутича. І саме головне – славутичан. Зі святом вас і всього самого найкращого. Повідомляю, що вам оголошена подяка Київської обласної ради за підписом голови Київської обласної ради Миколи Анатолійовича Стариченка. І ви, сподіваюся, що сьогодні отримаєте цю нагороду. А фінально хочеться поблагодарити всіх славутичан, всіх, для кого працювало Славутичське телевидение. И пусть вы сейчас смотрите нас реже или даже вообще смотрите его в интернете. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши ответы, за ваши звонки, за ваши предложения. Отдельное спасибо всем телевизионщикам Славутича, которые по-прежнему живут в Славутиче, но избрали другую стезю и работают в разных предприятиях. Спасибо всем вам за чудесное, волшебное мгновение под названием «Славутическое телевидение».
Дякую.